С заботой о вас. Социальный региональный проект «Забота». Региональному проекту «Забота» ровно год. За это время владельцы дисконтных карт успели прочувствовать все плюсы, которые дает «Забота». И пусть у жителей Ямальского района на это был всего месяц, уже можно подвести некоторые итоги. В день первой годовщины в Ярселе состоялся круглый стол с участием заместителей главы Ямальского района, председателя районной думы, представителей Всероссийской политической партии «Единая Россия», предпринимателей, пенсионеров, представителей средств массовой информации. Перед началом встречи несколько слов о целях, которые преследуют мероприятие. Основная цель этой встречи – такое провести общественное обсуждение с предпринимателями, с сообществом, с общественным движением наших ветеранов, просто с активом, так сказать, да, о том, чтобы немножечко, ну, более подробно рассказать об этом проекте. Потому что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вроде бы все знают, но вот так вот, как хотелось бы, может быть, недостаточно информации. В настоящее время в списке бизнес-партнеров «Заботы» 15 индивидуальных предпринимателей Ямальского района, предоставляющих различные услуги, от продовольственных до парикмахерских. Однако это количество недостаточно, считают кураторы проекта. С целью дальнейшего вовлечения в проект новых ИП на встрече были озвучены главные плюсы для бизнес-партнеров. Прежде всего, приятные бонусы в виде микрозаймов на развитие бизнеса с пониженной процентной ставкой 5,5 годовых. Следующим плюсом можно считать поднятие статуса предприятия в глазах населения. Даже потерявшие интерес потребителей магазины могут вернуть себе покупателей. Отдельным плюсом можно выделить рекламу. Бесплатная наружная реклама и особое внимание средств массовой информации гарантируют предприятию интерес покупателя. Более того, даже на региональном уровне. Об этом бонусе более подробно нам рассказал секретарь районного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Осипов. Региональным отделением «Единой России» и кураторами будет издаваться справочник предпринимателя, где будут указаны все предприниматели, кто участвует в заботе на уровне Ямало-Ненецкого автономного округа. То есть единый справочник ежегодно будет выпускаться, обновляться. Это некий реестр для тех участников, тех получателей карты «Забота». Этот справочник будет распространяться бесплатно во всех торговых сетях. Своими мыслями по поводу регионального проекта поделились и предприниматели. Сразу несколько бизнесменов отметили, что дисконтные карты уже действуют в их торговых точках. Кто-то предоставляет скидки своим сотрудникам, на других предприятиях действует накопительная система скидок. Третьи руководители приняли решение об участии в региональном проекте по итогам состоявшейся встречи. Это индивидуальный предприниматель Микушка и директор информационного агентства ЕТВ Екатерина Иванова. С заботой о вас! Социальный региональный проект «Забота».